После каждой зимы площадки по всей краевой столице приходят в негодность. Из-за отсутствия своевременного надлежащего ухода они могут стать опасными для здоровья детей. Трещины в покрытии, камни на территории и сломанные элементы. С этими и другими проблемами столкнулись сотрудники Камчатской прокуратуры на детских площадках Петропавловска. Лето в самом разгаре, но, к сожалению, некоторые игровые зоны для юных горожан похожи на своего рода полосу препятствий. Любой недочет в работе по благоустройству детских территорий несет нешуточную угрозу для ребенка. Так, на прошлой неделе 6-летний мальчик гулял возле дома на академика Королева и разбил голову, упав на лестнице. Малышу в итоге понадобилась хирургическая операция. Чтобы не допустить таких случаев и впредь, прокуратура провела рейд по площадкам совместно со службой благоустройства краевой столицы. Вот сегодня мы объехали ряд таких объектов. Видим, что есть нарушения при содержании этих объектов. Есть нарушения, касающиеся даже элементарной ежедневной уборки этих объектов, что, безусловно, не отвечает ни требованиям безопасности, ни комфорту наших детей, которые в летний период должны выйти и спокойно, и, так скажем, радостно погулять. На одной из площадок были замечены камни, которые могут представлять опасности для детей. Посторонние объекты сотрудники надзорного ведомства поручили незамедлительно убрать. Однако представитель ТСЖ заявил, что на проблему никто не жаловался, а камни принесли сами дети. Лето, каникулы, дети выходят гулять, вот они спотыкаются и головой бьются. Но вы о чем думаете? Вы, это ваша зона ответственности. Если с ребенком, не дай бог, здесь что-то случится, вы понесете ответственность уголовную. Ко мне, как председателю, ни разу не было обращений от жителей моего дома, соседнего дома. Подождите, о том, что... Кто должен обслуживать площадку? Управляющая компания площадку или ТСЖ? Обслуживает ТСЖ. Да, почему она не обслуживается? Какие вам нужны обращения, чтобы камни убрать? Чтобы дети здесь не бегали, не спотыкались? Чтобы песка сюда насыпать? Это у вас песочница такая? Прокуратура заглянула на площадки на автомобилистов 5,7, Ларина 18/1, академика Королева 41/1, а также партизанской 30. На каждой были обнаружены захламления, опасные игровые зоны, шаткие конструкции и многие другие недочеты. Любой из этих дефектов легко может превратить обычную прогулку ребенка в опасное приключение. Но кажется, что это мало кого беспокоит. Представители службы благоустройства отметили, что работы по ремонту скоро начнутся, однако первый месяц лета уже почти позади. У нас уже июнь месяц. Середина июня, уже лето начинается. Что касается монтажной работы, они уже ведутся, то, что аварийные. А то, что по ремонту заявки будут даны до конца недели, поручение до технического отдела, и срок выполнения будет до начала июня. Хотелось бы, чтобы это немножко раньше было, чтобы, так скажем, предотвращать тот негатив, который идет от жителей города. Поэтому учитывайте это и как можно более эффективные меры принимать. Сотрудники администрации отметили, что очень часто причиной многочисленных поломок на площадках становятся действия вандалов. В результате игровые зоны исписаны, некоторые объекты напоминают больше руины, чем те места, где дети будут с удовольствием и, главное, безопасно проводить свой досуг. Альберт Новопашин по итогу рейда обратил внимание представителей обслуживающих организаций, что проводить уборку и следить за порядком на площадках нужно вовремя, а последствия бездействия могут быть очень печальными. Добавим, всего в крае 432 площадки, из них больше 200 в краевой столице.